Эта гора – бывший полигон Левобережный, который проработал больше 40 лет. Закрыли его в 2012-м. Оставлять в таком виде полигон не будут. Администрация городского округа Химки вместе с Минэкологией Московской области работают над проектом его рекультивации. Первый этап работ по восстановлению земельного участка проведут до конца этого года. Средства выделят из нескольких бюджетов – федерального, регионального и муниципального. Большую часть денег предоставит Московская область. Проект это на 3 года рассчитанный. Первый транш, первая сумма определена, где-то 400 миллионов рублей. Сегодня по этому поводу говорил глава. Мы даже получили подтверждение, что деньги, значит, найдены, деньги находятся практически уже в Министерстве финансов Московской области. Это на проектирование и на первичный этап работы по рекультивации. Дальнейшее выделение денежных средств будет зависеть от того, что тут будет делаться. В планах властей полностью преобразовать мусорное захоронение. По задумке здесь организуют зону отдыха. Но окончательное решение будут принимать только после сбора мнений жителей Химок. Уже есть предложение. Кто-то хочет горнолыжный курорт, кто-то за новый парк. Главное, полигон Левобережный через несколько лет навсегда прекратит свое существование и больше не принесет неудобств жителям городского округа. Пока эта зона особо охраняемая объект. На территории ведут круглосуточное наблюдение. Возгорание на мусорном полигоне невозможно потушить только водой. Здесь необходима особая подготовка. Поэтому в самый пожароопасный период проводят плановые мероприятия с сотрудниками Химспаса и внештатными пожарными Химок.